Прокомментируй, пожалуйста, сегодняшнюю игру. Что сегодня у вашей команды не получилось? Ну, не получилась реализация. Мы не забивали все моменты. А соперник все, что создался, забил на опыте, на мастерстве. Вот. Поэтому и проиграли. Мы смогли забить один гол, а не шесть. Все. А счет отражает игру, ход игры? Или... Ну, я думаю, скорее всего, да, потому что ну, соперник забил много голов своих, а мы ну, могли, может, забить еще больше, на 2-3 гола, а так, думаю, да. Нас переиграли. Спасибо.